русский берега. Воевали наши деды и прославились в боях. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Спасибо всем участникам, что пришли на наше мероприятие. Значит, удивительно то, почему это мероприятие вызвало столь большой резонанс в городе, почему это произошло. Хотя это нормальное мероприятие, которое должны делать любая общественная организация. Это ее для достижения своих целей и задач. Значит, сегодня в СМИ и в социальных сетях путем распространения недостоверной информации нагнетается негативная ситуация в городе Севастополе. Одним из примеров такого вопроса является событие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, где относительно участников и факторов событий периода 2013-2014 года идет настоящая информационная война. Некоторые распространители дошли до того, что считают, что накануне 2014 года не было широкого массового общественного российского движения в Севастополе под лозунгом «Даешь присоединение». И лидеры были такие, что их оказалось не жалко бросать за решетку российской власти в назидание другим, уже настоящим россиянам с материка. Целью и задачей круглого стола является объединение общественных организаций, участников событий 2013-2014 года для написания достоверной истории, чтобы последующие факты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в первую очередь не искажались, а также не использовались различными СМИ, политическими и общественными объединениями в негативном ракурсе, тем самым дестабилизируя ситуацию в регионе и в России в целом. Выработать алгоритм действий по сбору необходимых документов и других последовательных шагов для объективного написания и освещения событий воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Создать условия для дальнейшего участия представителей общественных организаций по объективному написанию этой истории. Взаимодействие различных общественных организаций, частных лиц, участников событий воссоединения Крыма с Россией путем разработки алгоритма совместной работы по реализации проекта «Пишем историю вместе со всеми заинтересованными сторонами». Значит, одним из задач нашего круглого стола будет выбрать, какую-то организацию или там как-то, рабочую группу, чтобы вот, и кто-то даже хочет найти, создать эту рабочую группу. Слово предоставляется Сергею Ивановичу Миняеву. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Рад вас всех видеть. И, наверное, первую рекомендацию, которая прозвучала, собираться почаще и системно, я ее воспринял и, наверное, это делать будем. Мы периодически встречаемся, но не все вместе. Поэтому, наверное, это так. Второе, что я хотел сказать. Можно собак навешать на кого угодно. И так. Изначально я говорил, еще раз повторюсь, это мое глубокое убеждение, что каждый, кто принимал участие в событиях, это тот человек, который сам о себе это решение принял, и это решение достойно уважения. Все, что было сделано в 2014 году, что делалось в 2015 году и сегодня, делали все. Все севастопольцы. Начиная от тех людей, которые стояли на блокпостах, патрулировали по городу, были на митинге. И, на мой взгляд, это правильно.
А то, что сегодня пытаются их переписать. Я в некоторых интервью слышал такие слова. Я не верю. Есть позиция, две позиции. Я не верю или не хочу верить. Это один вопрос. Есть позиция поиска виновных во всех грехах. Это второй вопрос. То есть разные позиции есть. Но правда, она одна. Как бы ее принято сказал, рано или поздно она восторжествует. Вот тот нашумевший фильм, который приписывают в Омске. Уважаемые друзья, я всем хочу сказать, я уже не делаю. Я оппозиция нравился прасно. Да, может быть, где-то как-то ассоциация, что ограничен в своем мышлении. И такие высказывания тоже есть. Некоторые люди или коллеги говорят, что я тупой солдафон. Не до такой степени туп, чтобы работать в том числе или делать что-то против себя. Поэтому я вам хочу сказать всем спасибо за то, что здесь, и не только здесь сегодня сидят, неравнодушные люди. Я сегодня студентам нашим студенческим отрядом об этом сказал, что они просто неравнодушны. Что здесь сидят неравнодушные люди. И здесь сидят те люди, которые не стараются присвоить себе какие-то плоды. Ну а то, что предложил наш с вами товарищ, я считаю, наверное, это правильно. Вот после этого, после того, как все пройдет, никто уже никогда ничего переначить не сможет. Ну а мы с вами взрослые люди, и нам не надо рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, и считать нас за детей в детском саду. И поэтому я полностью согласен с сегодняшним мероприятием. Я для этого сюда и пришел, чтобы вам всем в глаза посмотреть, вы мне в глаза посмотрели. Я очень хочу, чтобы это мероприятие не политизировалось. У нас впереди с вами 23 февраля, двойной праздник, региональный день международного единства и День защитника Отечества. В том числе и всероссийская акция «Служу по контракту». Есть силы, которые хотят внести дестабилизацию, мы с вами об этом знаем. Поэтому давайте мы первое займемся делом, а второе, все сидящие здесь, это активные участники всех событий, которые происходили и происходят здесь сегодня. Поэтому вы лучше всех знаете, что, как было. Лучше всех знаете, что было. Единственное, что хочу сказать или пожелать одному. Слушать друг друга и слушать друг друга. Желающих вбить между нами клин очень много. К сожалению. Если вопросы есть, я готов на них ответить. Если вопросов нет, я всегда к вашим услугам, если не возникнут, то
Остается не ходить. Ну, будем соблюдать регламент. Спасибо, Сергей Иванович. Значит, к сожалению великому, у нас сегодня не присутствует наш герой Алексей Михайлович Чалый, наш Че Гевара. Но нам повезло, все выступаем, потому что у нас можно, его брат. Можно перебью? Давайте, друзья мои, вот все-таки перейдем. Я прошу прощения, что перебиваю. Да? Некрасиво еще, да. Вот. Но, к сожалению, есть у меня такое нехорошее качество вспыльчивости, есть такое качество чего-то. Вот, в том числе и возможность перебить. Это не то, что не уважение к чему. Друзья, я вас прошу, давайте мы будем сейчас политизировать. Это вывести. Вот большая группа. И так уже много. Сколько всего налито, вылито или там как еще, можно сказать. Это вывести. Я прошу. И если ко мне вопросов нет. Я думаю, они потом появятся всегда. Я готов всегда ответить на любой вопрос. Тот, который не просто. Я никому не хочу доказывать свои слова. Во многих направлениях. А если они вопросы не готовы, отпускаете? Как бы все-таки представители общественных организаций, они не исполнительная власть, поэтому я и спрашиваю, отпускаете? Или будете делать? Сергей Иванович хочет нас покинуть. Нет, я не покинуть хочу. Друзья, совместное, хотим мы не хотим, но мы обречены на дальнейшую совместную жизнь в хорошем понимании этого слова. Поэтому, если вы думаете, что я вас хочу покинуть, знаете, фильм был, хорошие слова были. И что мечтаете, друзья, не мечтайте, не покину вас. Мы запишем все пожелания и вопросы на отдельный листик, предоставим вам, и на следующей встрече, ну, она будет, я думаю, скоро, вы ответите на нее. Давайте не будем тогда извращаться, да, в случае зрения. Давайте сразу. Да, в случае зрения мы напишем, а вы нам ответите. Вы спросите, а я отвечу. Или я спрошу, и вы ответите. Тем более здесь есть люди, с которыми я познакомился в первый день. Я не знал, кто такой сидящий рядом. Один человек, вот, сидящий где-то в толпе, прошу прощения, в зале, другой человек, вот, третий, четвертый, пятый и так далее. Все, спасибо. Удачной, успешной, плодотворной работы без применения. Я благодарен Алексею Михайловичу за то, что он принял непосредственное участие в подготовке этого круглого стола, даже внес там свои директивы, вот, и там есть его слова, будут звучать. Вот. Слово предоставляется Михаилу Михайловичу Чалому, депутату депутатского собрания. Дорогие товарищи, мы имеем на сегодня повестку, задачу, которую, я так понимаю, сделать так, чтобы история русской весны была написана... Можно еще один момент? Хотел сказать, забыл. Вот. А роль Гитлера мне понравилась бы. Который у кого-то где-то выяснится. Так, позволим его докладывать. Ладно, я еще раз начну, хорошо? Итак, я понимаю, что здесь собрались люди для того, чтобы сделать возможным или создать такую обстановку, при которой будет написана история белорусской весны не в угоду политической конъюнктуре там, сегодняшнего или там, завтрашнего дня, а на века. На самом деле, дорогие товарищи, это крайне сложно, и это требует мужества, зачастую не меньше, чем мы проявляем.
начале, когда, собственно, русская медицина была. И если вспомнить, то история Великой Отечественной войны, несмотря на то, что победное завершение, сколько раз она в тех или иных моментах переписывалась. И на самом деле, на сегодняшний день, цельного, допустим, труда, который бы объективно описывал историю Великой Отечественной войны, я не знаю. Вот есть прекрасное описание этих событий, сражений, операций и так далее, но цельного труда до сих пор нет. И одна из причин этого, потому что история писалась, она всегда была искажена именно написанием под некую политическую конъюнктуру того времени, в котором написалась, для которого написалась. К сожалению, вот так. При том, что, наверное, вы обратили внимание, что искажение истории русской весны, оно уже пошло и идет достаточно бодро. То есть, причем это делается именно в угоде почему-то к чьим-то интересам, но не интересам истории на века. И поэтому мне представляется, что сегодня собравшись, нам было бы здорово выработать некие правила, некое положение о написании этой истории с тем, чтобы это реально было написано на века. Это сложно, это безусловно дело общественности. Притом подносить материал, оценивать его должны люди. Это надо сделать мне. Представляете, что не был некий сбор информации, привязанный к датам, фактам, времени, событий. Руководителям отряда самообороны, там, мне, любому другому, который занимал некую там некий там руководящий, ну так случилось, там, или вот Дима, вот, на меня смотрит. Ну, во-первых, надо не понимать, что каждый видел русскую весну из своего окопа, каждый видел фрагмент, и я тоже. Может, у меня фрагмент был пошире, но все равно я все не видел. Допустим, в некоторых отрядах самообороны я узнавал после того, как мы победили, особенно это казалось сельской местности. Там ребята зачастую самоорганизовывались, создавали отряды самообороны, перекрывали дороги, тропы. Мы о них вообще не знали до конца событий. Им это было не надо. Они объяснили задачу, поняли степень угрозы, приняли решение там локально. А потом мы узнавали о том, что вообще не были. И оказалось, что у нас не только дороги были поставить перекрыть, у нас и лесные тропы были перекрыты. А мы об этом и не знали. То есть надо понимать, что любой вид из окопа, он не всеобъемлющий, всеохватывающий. Собственно, написанием истории должны, наверное, и очень хотелось бы, чтобы занимались профессионалы, потому что мало видеть, мало иметь фактический материал, его еще надо хорошо подать с справедливо распределенным весами. То есть понятие вес событий, да? То есть чтобы малозначащие события не придавать им излишний вес, а значительные события ключевые не снижать их до уровня там, незначительных событий. Вот это, кстати, важная, серьезная работа, но самое главное, это не поддаться соблазну выведить либо себя любимого, либо по шепотку или телефонному звоночку не начать писать историю как какого-то политического деятеля. Это на сегодня, вы видите, насколько это стало критично, это как бы не наша подача, но вспомни этот героический фильм, все-таки это «Четвертая оборона», где сказано, что севастопольцы танцевали на трибуны и махали флажками, когда это все было безопасно, нормально, да? Крым вернули спецназовцы и специально подготовленные Сергеем Ивановичем Беняйло диверсанты. Вот Олег Евгеньевич Белайцев уже оценку этому дал, что это ложь. Более того, это опасная ложь, потому что это фактически говорит, или как-то пытается утвердить то, что Крым был аннексирован, и претензии предъявленные к России, они обоснованы. Это, на этот фильм утверждает, что, извините, президент России Владимир Владимирович Путин в Георгиевском зале 18 марта, где я присутствовал, он врал о том, что это волеизъявление крымчан. Так я утверждаю, что врут авторы фильма. Причем врут страшно. Это фактически угроза для страны. И поэтому для того, чтобы вот историю сейчас... У нас задача, к сожалению, не просто написать историю вот от нуля. Нам уже сейчас придется бороться с некой уже альтернативной возникающей историей. Должны написать такую историю, основываясь на таких фактах и документах, и, слава Богу, достаточно, чтобы не было или было минимальное количество соблазнов написать всякую ерунду для того, чтобы выпятить какого-то там деятеля, неважно какого, и неважно какого фамилия. Вот если мы собрались для этого,
это очень здорово. И я желаю нам всем успеха. Спасибо. Я думаю, мы для этого собрались. Слово предоставляется Синявскому Александру Владимировичу. Добрый день, уважаемые участники. Небольшой доклад на 5 минут я подготовил, чтобы время не тратить всех. Сегодня в СМИ, в социальных сетях, путем распространения недостоверной информации нагнетается негативная ситуация в городе Севастополе. Один из примеров такого вброса является необъективное освещение событий в соединении Крыма и Севастополя с Россией, где относительно участников и фактов периода 2012-2014 годов идет настоящая информационная война. Инициативная группа в лице Ассоциации Организации Самообороны города Севастополя, Севастопольской Ассоциации ДСН, члены Общественной палаты города Севастополя, приняла решение о проведении круглого стола, а также о запуске проекта под одноименным названием «Пишем историю вместе». Вспоминая слова одного известного дипломата, можно только указать на то, что язык дан дипломатам для того, чтобы не говорить правду. Вот здесь мы собрались для других целей. Мы собрались, чтобы поговорить откровенно. Прямота и жесткость сцены нужны сегодня вовсе не для того, чтобы заниматься взаимной пикировкой, а чтобы попытаться разобраться, что же происходит на самом деле. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча послужит снятию напряжения в обществе относительно вопроса воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, укреплению позиции России и города Севастополя. При этом рассчитываю, что так называемый дух единства, который у нас возник в тот момент, удастся сохранить. И эта свобода, открытость при учете любви к Отечеству и желание выполнить свой гражданский долг при возможности высказывания самые разные и при этом всегда откровенные мнения. Хотел бы процитировать посты в интернете, которые пишут известные люди в городе. Вот, к примеру, один из них. Задумываясь над тем, русская весна объединила, севастопольцев разъединила, реалии сегодня таковы, что однозначно ответить на данный вопрос довольно трудно. Главным стержнем жизни нашей, безусловно, должен быть патриотизм. Но при этом надо помнить, что процветание в жизни нашей возможно только в единстве. А это зависит только от нас самих. Еще одно высказывание. Если кто считает, что мы по разные стороны баррикад, то ошибается. Во всяком случае, это я так считаю. Не пополам, как ко мне относятся мои оппоненты, а тем более недоброжелатели и враги. Мы любим свой город, но личной симпатии или антипатии не надо переводить в плоскость ненависти или восприятия другого мнения. Сегодня на нашей встрече присутствуют многие активные участники тех событий. Историю не обманешь. Сейчас идут некрасивые споры о том, кто принял какое участие, больше или меньше, какая роль у кого и когда же началась русская весна. Мнение многих людей, участников этих событий, что сейчас не важно, кто в этот период сделал больше или меньше, делал или не делал. Все жители Севастополя являются защитниками. Потому что были, хотел бы добавить только единственное одно, что были и предатели, которые высиживали или еще хуже того призывали к другому сценарию. А то, что касается сроков, считаю, что мы планомерно общими усилиями все 23 года шли к общей цели – воссоединению с Россией. К примеру, один из комментариев известного севастопольского сайта, это по поводу фильма «Четвертая оборона». Действительно, севастопольцы вписались в план, но действительно как прикрытие обеспечения операции. Как угодно можно назвать – актеры, куклы и так далее. А роль Министерства обороны, начальника генерального штаба тоже надо отдать должное. Ни для таких политологов, как Матвеевичев, есть на чем основываться. Они хорошо знают, что накануне 2014 года не было широкого массового общественного российского движения в Севастополе под лозунгом «Даешь присоединение». И лидеры были такие, что их оказалось не жалко бросать за решетку российской власти в назидание другим уже настоящим россиянам с материка. Всем известно о намерениях Украины на возвращение Крыма и разработанная пиратская «Крымский гамбит», направленная на дискредитацию участников событий, искажение фактов, внедрение агентов в органы власти, дестабилизации ситуации и стравливание политических оппонентов между собой, что особенно актуально в период чрезвычайной ситуации. Поэтому мы, участники воссоединения с Россией, в первую очередь должны написать историю событий 2013-2014 года вместе и тем самым помочь руководству города в обеспечении стабильной ситуации и не создавать искусственного напряжения в обществе. Что касается того, было ли пророссийское общественное движение в городе Севастополь, то лично для меня оно началось давно. Создание в 2007 году общественной организации объединения поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе, в логотипе которой сразу появился российский триколор. И первые мероприятия начали проводиться совместно с российской стороной, были направлены на восстановление связи и патриотическое воспитание молодежи, которое потом встало на защиту своего отечества. Одни из первых отрядов самообороны начали формироваться на базе клуба духовного и физического воспитания «Русь» еще в октябре 2013 года, когда начались массовые волнения в Украине. Но у каждого своя история. Для написания объективной истории и хронологии мы предлагаем
ходе реализации проекта «Пишем историю вместе» совместно с представителями всех участников круглого стола, а также всех заинтересованных сторон и участников тех событий. Первое. Создать рабочую группу, выработать алгоритм действий по сбору необходимых документов и других последовательных шагов для объективного написания и освещения событий воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Результатом сегодняшней встречи хотелось бы видеть предложение по созданию конкретного документального проекта с подробным описанием событий 2013-2014 года. Исполнение такого проекта навсегда перекроет возможность фальсификации истории того периода. Должны быть выработаны такие рекомендации, чтобы в последующем воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в первую очередь не искажались, а также не использовались различными средствами массовой информации, политическими и общественными объединениями в негативном ракурсе, тем самым дестабилизируя ситуацию в регионе и в России в целом. Уверен, что опыт, который мы накопили, и сама сегодняшняя ситуация позволяет нам наконец сделать правильный выбор. Выбор в пользу сотрудничества, взаимного уважения и доверия. Выбор в пользу улучшения условий жизни, создания условий безопасности в нашем городе и в России в целом. Выбор в пользу создания коалиции «Добрая воля». Предлагаю поддержать нашу инициативу в реализации проекта «Пишем историю вместе» и дальнейшей деятельности, направленной на конструктив во имя стабильности в государстве в рамках проведения открытых общественных дискуссионных площадок. Спасибо. Уважаемые друзья, сегодняшнее мероприятие проходит в зале правительства, но не правительство, не губернаторы вот это мероприятие организовывают. Пришел Юрий Михайлович, пришел Саша Синявский. Александр Владимирович. Да, Юрий Михайлович, правильно, Александр Владимирович. Пришли губернаторы, мы хотим провести вот эту веру 23 числа, вот такое мероприятие. Пожалуйста, 69 человек было представлено в список, пожалуйста, всех было разрешение. Участие губернатора здесь чисто символически, поприветствовать вас в зале правительства и сказать добрые слова, благодарность. Я, скажем так, участник тоже событий и исполняющий обязанности там уже тоже приветствую вас. Тоже с удовольствием слова благодарности, потому что каждый из вас, каждый из севастопольцев – это герой. Герой, который вложил свою лепту. Я еще раз повторюсь. Кто-то в армейскую ленточку на машину прикрепил, кто-то стоял на блокпостах сегодня. Кто-то руководил здесь в городе, каждый выполнял свою работу. Но каждый человек – это личность, у которой есть симпатия, антипатия, характер свой. И поэтому я иногда встречаю людей, которые они говорят, да я больше сделал, или мое подозрение больше сделал, мое меньше сделал и так далее. Это не настоящий герой, вот эти настоящие. Сегодняшний круглый стол действительно имеет такое замечательное свойство, как объединить усилия, написание правдивой истории, потому что действительно, как Михаил Николаевич сказал, из-за Куба, каждый видел свой объект, да? Но в целом, войну, может, Вторую мировую или Великую Отечественную мы не отпишем, но от Севастополя мы можем сделать то, для чего сегодня мы собрались. Вот сегодня уже дважды звучала ремарка такая, очень новая новорудия Севастополя, да? Я скажу, задаю сразу первый вопрос, кому это выгодно? Кому выгодно такой фильм показать? Украина мечтает о таком фильме, да, или запустить его, или опубликовать. Госдеп тоже мечтает. Те, кто подхватил сайты и телевидение, и тут же начали ставить, тоже, видимо, у них какие-то свои интересы. Поэтому все пропускайте через мозг. Кому это выгодно? Вот губернатору точно не выгодно, полпреду точно не выгодно. Друзья, если сегодняшний круглый стол, а я хочу верить, что придет единственное мнение о том, что мы можем и должны это сделать, спустя два года, замечательных, два года становления в российской действительности, это будет правильно. Отдельные фильмы, кто-то утром прилетает, кто-то что-то оборудование делает, кто-то еще что-то делает. Это все отдельно. Это видимость с какого-то небольшого ракурса.
давайте сделаем всеобъемлющую нормальную историю на Севастополе, чтобы нам тебя не было стыдно. За какие-то моменты может быть стыдно. А в целом, мы сделали с вами два года назад то, что должны были сделать, и совесть наша честь. В 90-м году должны были. Слово предоставляется Александру Олегу Савину. Дорогие друзья, события Русской Республики зимы весны 12-14 года бесспорно носят исторический характер. Исторический характер не только для жителей Севастополя и Крыма, ставших непосредственными участниками тех памятных событий, но и для всех граждан Российской Федерации, наверное, даже всего мира. Беспримерное мужество, самоотверженность севастопольцев и крымчан напомнило всем о значении таких важных понятий, как патриотизм, готовность к самопожертвованию во имя своей Родины, России. Севастополь первым восстал против коричневой чумы фашизма, стремительно распространявшейся на территорию Украины. Жители нашего славного города заявили решительное «нет» операции американских спецслужб по проведению государственного переворота в Украине. Отказались принимать власть проплаченных американцами бандеровских марионеток, развязавших кровопролитие на улицах Украины. С первого дня событий многие жители нашего города участвовали в противодействии тому шабашу фашистскому, который разворачивался на территории Украины. Вы знаете, это и бойцы наших подразделений ВЕРК, ППС, которые в многомесячном открытом противостоянии на улицах Киева пытались остановить эту чуму. Вы помните неоднократное обращение патриотически настроенных граждан Севастополя, которые во всех средствах массовой информации заявляли о недопустимости подобных событий. И только когда уже стало понятно, что этот процесс там, на континенте, не восстановить, Севастополь восстал. Вы все помните митинг 26 января, на котором было объявлено о создании антифашистского фронта в Севастополе. Митинг 23 февраля, на который пришел, ну я не скажу, что каждый десятый, наверное, каждый пятый севастополец пришел, чтобы заявить свое решительное «нет» тем событиям и обратиться к Российской Федерации с просьбой оказать нам помощь для того, чтобы в конце концов город русских моряков вернулся домой. Действительно, я тоже полностью поддерживаю высказывание Михаила Михайловича Чалова о том, что нельзя на сегодняшний день кому-то одному в нашем городе оценить, кто сделал больше, кто сделал меньше. Каждый видел свою часть событий, в которых он принимал участие. И могу вам сказать, что говорить сегодня только о фирме «Четвертая оборона», наверное, будет необъективно. Потому что помимо «Четвертой обороны», вы все помните, какие эмоции у каждого из нас вызвал фильм «Крым, Севастополь, возвращение домой». Да, я правильно называю название? И там тоже события были освещены с определенного ракурса. Все помнят о том, как были определенные печатные издания, там, да, там, книга Ольги Федоровны Ковикиди, которая заявила о том, что вообще все произошло в Крыму, а Севастополь так где-то был на задворках. Я вам хочу сказать, что я не до конца разделяю точку зрения и у уважаемого депутата городского совета Вячеслава Горелова, потому что там тоже не все события были. И вот то, что на сегодняшний день у общественников Севастополя наконец-то проявилась воля к тому, чтобы общими усилиями, вне зависимости от того, где на сегодняшний день они находятся, в законодательном собрании, в правительстве, просто на общественной работе, появилась воля совместно, объективно описать то, что происходило в Севастополе в тот период, это очень хорошо. Я поддерживаю слова Евгения Георгиевича Дубовика. Друзья, нам с вами
не может быть за это стыдно. Мы показали всей России, всему миру о том, что город Севастополь жив, его традиции живы, и именно этот город является краеугольным камнем в фундаменте российского патриотизма. Спасибо. Часто слышат в разговорах, особенно молодых людей, представляются хотя бы, потому что мы половина здесь не знаем людей. Герои русской весны не знают. Герои русской весны, но ты не знаешь, если тебя знают. А я-то, которые тебя не знают. А я же всем, кто выступает, я всем даю, ну, представляю всех. Молодочок Юрий Михайлович. Часто слышу в разговорах, особенно молодых людей, такое выражение, как «завтыкал». И долго не мог понять, что же это такое. А тут, в связи с проведением круглого стола, пришлось много читать о патриотизме. Удобно устроившись возле компьютера, подперев голову рукой, зачитался и вдруг почувствовал, что начал проваливаться в какую-то яму. Тут я и понял, что я завтыкал. То, о чем я хочу сказать, не говорят ни на одних форумах, не говорит об этом ни профессора, ни кандидаты наук. И чем отличается наш круглый стол от всех других гражданских, политических и каких было площадок касаемо патриотизма, об этом никто не говорит. Поэтому я прошу всех внимательно послушать, о чем я хочу сказать. Так долго готовился, начитался столько всего. Все мы родились в одной стране. Здесь мы живем, растем. Все мы знаем историю нашей страны, гордимся ей. Но самое чудесное чувство, это когда наша душа наполняется особым чувством патриотизма. Некрасов называет его силой более могущественной, чем оружие и техника, стратегия и организованность. Несомненно, патриотизм во все времена был двигателем, ведущим к победе. Боевой дух, желание не допустить вторжения врага на свою землю и любовь к ней совершали и будут совершать чудеса. Но часто это великое чувство проявляется в небольших деталях, песнях, речах простых солдат, трогательно и нежно. Я полностью согласен с Некрасовым о том, что патриотизм необыкновенно и чудесно. Это захватывает изнутри, наполняет чем-то неосязаемым и меняет людей полностью. Возможно, не каждый человек сможет обезвредить террориста или подорвать вражеские танки, но он может совершать маленькие подвиги, вдохновляя других. Я думаю, пока в наших душах живет теплота патриотизма, это сильное и в то же время нежное чувство, то будут существовать добродетель, любовь, сострадание, взаимодействие. За время подготовки к круглому столу я много чего перечитал, на многих форумах побывал, и везде говорят об одном и то же, о патриотизме. Обсуждая на группе Севастопольский дискуссионный клуб в Фейсбуке, что это такое, мы пришли к выводу. Патриотизм – это состояние души каждого достойного гражданина своей страны. Это чувство живет в человеческом сердце, мерцая неугасимой искоркой, готовой разгореться решительным пламенем в трудный, но любимого отеческого часа. На сайте мы вели дискуссии о состоянии души, которое на нас должно было прийти, как на участников. Вот с вами произошло что-то? Разгорелось ли то чувство, о котором говорите, говорят или нет? Где-нибудь об этом ведут дискуссии? И цель нашей дискуссии была так что же это за чувство, о котором все говорят в первую очередь, как носители это чувство, пока оно у нас есть? Получается, что состояние души не постоянно, а временно. И бывает, находит чего на человека, как чудо, и отчего. Несомненно, патриотизм во все времена был
но часто это великое чувство проявляется в мужчине. Об этом пишет Толстой, который тоже находился в потому что действительно же что-то произошло в Израиле. И что? Много пишет. История войны написана много. А севастопольские рассказы остались в нашей истории. И их нужно на сегодняшний день полностью перечитать. Потому что мы находились в этом состоянии. А некоторые из нас находятся в нем до сих пор. Значит так, товарищи. Я как женщина... Беру сейчас единственное здесь, беру слово. Значит, готовьте круглый стол, если вы хотите в нем участвовать. Нормально. Слушай, все, что перекатывалось с интернета, я не собираюсь. Многих в зале я вообще не знаю. Про русскую весну говорить в таком ракурсе тоже не хочу. Вы собрали людей, люди сидят, готовы сказать свое слово. Каждый из них был. Где-то стоял на блокпосту, каждый выполнял свое задание. Вот рядом со мной сидят два человека. Вот этот человек, когда мы встречали здесь кого? Министра иностранных дел. Козырева. Козырева. Это представьте, в каком году. И вот сидит человек, который готовил и вывел вас, зачитывал протокол, что мы уходим в Россию. И никто, я знаю, сколько людей об этом знало, что в этот день состоится то, что состоялось. Это по пальцам пересчитать этих людей. Поэтому хватит строить из себя тут героев. Мы ушли в Россию. Мы мечтали 23 года наслепать российские. Мы стояли везде на своих глазах. Русские места вы говорите. Спасибо дяде Богу. Если бы не он, я боялась. Я шла и думала, Господи, ну пусть они выйдут на площадь. Господи, мне задавали вопрос, вы идете, боитесь, что с вами что-то будет? Я сказала, со мной, ё-моё, что мы все, что могло было. Я боюсь, что не выйдут, они вышли. Игорь Соловьев, приехали депутаты. Приехали не депутаты, а представители фракции Госдумы. Они все остановились у Лебедева. 8 часов вечера был звонок мне. Я беру с собой Игоря Соловьева, он живой свидетель. И я еду встречаться с этими председателями фракции. Они говорят такие слова. Сегодня нагнули Аксенова. Значит, мы объявляем, что референдум будет 30 марта. Игорь Соловьев, свидетель. Я берусь за голову и говорю, нет, это долго. 4 недели могут все измениться, передумать, переосмыслить. Нет, как можно быстрее. Справимся за 2. И тогда он берет и говорит 16-го и обводит кружок. И 16-го был объявлен референдум. Ребята, мы шли к этому дню, я не знаю, как вы. Я шла с 90-го года. Со мной ребята шли здесь 23 года. Мы стояли на всех баррикадах, мы никогда не переставали государство Украина. Я когда-то домовику сказала, Жень, хочу тебя убрать, чтобы ты нигде у меня не мельтешил. А он не убирается, потому что, несмотря ни на что, партия Ветренко стояла с нами. Маша Русских нас гоняли менты, нас судили постоянно. Да, партия Ветренко, русский блок, вот и где там Тюнин? Тюнин, нас туда притаскивали 9 мая. Нас туда притаскивали, говорили, вы не пойдете 9 мая. А мы шли, ухватываясь за какую-то машину там, и шли. Правильно, Жень? Владимир Леонидович, так? Вот он, бедный. Все мы вот здесь, которые находимся, вот Костя Зарудник. Да вы что, ребята, они столько лет шли к этому, а вы сидите 3 недели. 3 недели мы вышли за свою шкуру, больше никак я не скажу. Молодцы, поддержали. Низкий поклон, я говорю. Низкий вам поклон за то, что вы поддержали. Я хорошо успокоился. По истории. История. Я знаю, ваша история здесь была другая. Мы приезжали ночью куда-то. Так, у вас предложение какое по написанию. Да не будем мы писать историю. Потому что история нас уже давно оценила всех. Зачем мне заниматься город? Надо строить мусоросжигательные, надо заниматься электричеством, надо заниматься школами, надо заниматься больницами.
Нет, я буду. Да что, в 90-м году шла и думала, какую про меня брат историю там напишут? Нет, не шла и не думала. Я шла домой, потому что это была моя родина. Я не признавала Украину на территории Севастополя, хотя я сейчас говорю, как мне жалко даже эту Украину. Почему народ допустил таких уродов там? Допустил у власти. Не жалко народ, который... Это наша с вами земля. Потому что... Потому что ты даже не знал, я толк нюха не чувствовала. Я не хочу сказать, после 29 января, когда Ютуба провел этот митинг, мы вышли и победили. 29 января уселись в палатки. Я напоминаю, потом поставили желто-блакитный флаг, который мы в жизни не поднимали. И на Рускосину вызывали милицию. Соблюдайте регламент. Регламент? Так ты не читаешь. Мы уходим. Ответить вам не могу. Слушай, я палатку, это моя палатка, останьтесь, посидите со мной, пожалуйста. Мы занимаемся Рыбенковым Евгением Евгеньевичем. Будьте огромное стадо, да. Дорогие друзья, ну я встал, во-первых, мне легче говорить, так, когда я стою. Ну я второй момент, или самый главный. Легче говорить, когда стою. Во-первых, с уважением, потому что здесь столько людей, которых я знаю очень хорошо. Вот. Ну, во-вторых, как-то, ну, не знаю, легче говорить. Я хочу сказать, дело хорошее, то, что мы сегодня собрались здесь. И пытались, по крайней мере, сделать сегодня. Вот. Просто мне с какой-то стороны, знаете, даже обидно за то, что вот были события, о которых мы описывали. Мы все стояли здесь. Мы все вместе были, никто не разбирался, кто главный, кто что. Я помню хорошо на этом митинге, когда было сказано, когда люди сказали, Алексей Михайлович, мы хотим видеть вас народным мэром, мы хотим видеть, да. Я помню слова, которые он сказал. Вы сегодня, наверное, хотите, чтобы я повторил судьбу генерала Новикова, который в последние дни обороны был назначен командующим, когда не было ни войск, ничего. Вот такая судьба ждет меня. Но тем не менее, я согласен. Я помню хорошо эти слова. Вот. И я помню остальных ребят, которых я вижу, не знаю, что Татьяна, не знаю людей. А я видел, встречал многих людей. И мы каждый делали свое дело. И никто не себя не выпячивал. Мне как-то он был, когда я пришел, собрал нашу команду. И все, я делал чисто свое дело. Делал. Как многие нормальные, порядочные люди, которые собрались здесь. И нам не надо ни медалей, ни ордеров, криков каких-то. Что вот мы там самые продвинутые, мы самые главные. Из тех, с того момента, что вот сегодня муссируется, кто главный, кто больше, знаете, неприятно то, что пытаются кто-то, я думаю, это заказная вещь, это вот эта 4-я оборона. У нас чисто заказная. А есть этот рыжий, вот, который там выступал очень сильно. Наверное, хотелось бы посмотреть в глаза. Я говорю, что здесь, наверное, просто чисто заказка, кто-то выполнял в эти деньги. Я думаю, не Сергей Иванович, не надо никому, не надо просто пик показать, что мы все статисты. Я честно скажу, вот ребята могут подтвердить, кто стоял рядом. У меня в зале просто задают. А было страшно. Я говорю, да, конечно, было страшно. Мы же стояли, мы же пошли против всего этого государства. Я вспоминаю, как мне блогеры эти с СБУ в нос тыкали этим местом. Вот дайте интервью. Фамилия, имя, отчество и домашний адрес. Ну это же блогеры с СБУ. И мы давали, мы разговаривали с ними. И когда пошли слухи, что Жириновский вот ушел на Кавказ, это было, ребята, все же пробки прекрасные. И вот я вам честно просто скажу, что настроение было самое боевое. Правильно Татьяна сказала, спасибо техне Богу. Вот и все, у нас просто так расстрахуем, что пошли вы нахрен, сидите там, приезжайте сюда, патронов хватит на всех. Вот настроение такое было, но было страшно. И когда 27-го появились кузнечики, я сейчас помню, мы стояли под МВСУ, и я давал интервью английскому телевидению, мне говорят, а кто это? Я поворачиваюсь, это ребята такие небольшие стоят, в масках стоят, с автоматами стоят, ну, кузнечики. Вот. Они говорят, кто это? А мне как-то неудобно, я же понимаю, что это россияне стоят. Я говорю, а это люди, вот они купили партизанских форму. Ну, автоматы. Стройбол. Это наши вот такие же ополченцы. Я не мог это сказать. Но знаете, вот честно говорю, я думаю, у вас у многих такое чувство. Знаете, вот поживем еще. Не потому что вот, а поймите,
Много горячих голов было в этих воинских частях. Много людей, которые клятые были, они бы кровь эту пустили. Но, наверное, кто-то сверху договаривался, кто-то встречался с командирами, с их ними. Ребята, не лупите. И когда вышли вот эти ребята с автоматами в кузнечике, вот это многие вещи остановили. Потому что вот начали бы сегодня стрелять и давить нас. Нас бы раздавили на второй секунде. Посмотрите, ну, Донец показал эти вещи. Как это легко и просто делается. А когда рядом стоит человек, это значит, что возмездие придет прямо сейчас. А не потом, не завтра, не послезавтра. Я благодарен тем, кто вот там где-то не стоял на трибуне. Мы сегодня говорим Черноморский флот Российской Федерации. Мы же понимаем, какую роль они осуществили. Но не угарим Петко за то, что он там не стоял, правильно? И будем не местным, ему не надо там находиться. Он решил свои вопросы грамотные. И я очень благодарен тем людям, которые не позволили этому кровопролитию состояться в этом городе. А кто-то огромную работу провел. И людей этих завел сюда вежливых, которые не дали горячим волнам развернуться. То, что я хочу, я говорил это еще летом 2014 года. Помните, ребята, я говорил, давайте мы напишем книгу. Помните, да? Я подходил к ребятам в блокпостов, да, и все так на ура, у меня друг Сидников там, давай, Евгеньевич, давай, давай, мы напишем вот на другом. Ну, как мемуар просто. При этом никто, мое мнение было, давайте мы не будем проверять правильность. Дабы каждый все равно увидит. Увидит тех, кто писал, что он там самолеты на абордаж брал и прочее, все такое. И будет смешно просто людям. Но я это летом предлагал. Вот мы с нашим подразделением, вот Олег подошел, и Евгеньевич, напиши что-то. Но я написал эти вещи, как вот я видел наше подразделение. С точки зрения нашего подразделения и меня лично. Потом обратились, пришел Сережа Кашанов, говорит, Евгеньевич, давай что-то повесим. Ну, в отпосте висело много было отзывов, ни одного плохого не было. Ни одного не было плохого, потому что я писал то, что видел я сам. И потом, когда издавали книгу, тоже обратились, давайте. Я дал материал. Пожалуйста, надо будет делать. Материал собранный есть. Вот, я помню, там вот медник ушел, да, золотой старик. Дед, ты здесь? Вот, деда люди поддержали. Поддержали в этой ситуации, тоже сделали материал. Правильно я говорю? И я сегодня говорю, поймите, когда будет гласность, когда будет много, вот у нас много разных, давайте мы все-таки эти вещи сделаем. Вот так вот, не шлифуя, просто напишем, положим. Вот так, как это видел каждый из нас. И тогда не появится желание ни у кого эту историю на себя перетянуть. Вот как мужик на дядя относиться по-разному. Но она двигатель этих вещей, понимаете? Вот такие люди, они где-то вот эту историю подогревают и трясут ее. Я вспомню там и еду пасу, и Володя, он тюнер сидит, и всегда там некоторые с ним согласны будут. Они красавцы, они раскачали эту тему. И Димкины вот друзья тоже вспомните, когда приехали, говорят, вот, приехали, все, значит, что-то там движение какое-то будет. И много-много-много еще таких людей. Друзья, я просто обращаюсь к вам вот сегодня. Давайте мы это сделаем. Как, не знаю, есть у нас вблизи уважаемые люди. Я чем могу, помогу. Когда будет много этих воспоминаний разных. Еще раз говорю. И пропадет желание что-то фальсифицировать. Как ты фальсифицируешь? Кого? Леча, ну тебе надо, да скажи. Вот ты писал, как оно было. И все. Я бы если Алёша увидел начало, и слова слышал. Я это говорил и буду говорить. Вот и все. Дорогие друзья, еще раз, очень приятно вас всех видеть. Я, может, несколько эмоционально так выступил, но действительно хочется. Спасибо по делу. Он предоставляется Виктору Петровичу. На самом деле, сложная ситуация, к сожалению, наша встреча затянулась протяженностью 2 года. Почему 2 года? Потому что вот есть уникальные документы, на основании чего мы будем писать историю, где многие присутствующие здесь в зале своей рукой написали, какие отряды они представляют, чем они собираются заниматься после русской весны. Вот на таких документах надо писать историю, не надо ничего придумывать. Если мы только перестанем придумывать, возводить памятники, потому что мы одного человека посадили на памятник, сейчас кого-то садим, следующий залезет. Поэтому, как только мы перестанем садить всех людей на памятник,
а напишем историю на основании документа. Реально, поверьте, это очень просто. Мы все с вами знаем, и никого лишнего как бы среди нас не может появиться человека. Да? Мы все знаем, кто, в какое время, где был, чем занимался, о чем думал. Знаем, о чем думал. Вот. И какие действия проводил, да? И кто саботировал как бы, вопрос, и кто помогал, кто по-настоящему работал. Самое главное, что мы потеряли за 2 года? Мы за 2 года потеряли наш праздник. Мы все севастопольцы, вспомните тот подъем севастопольцы. Нет заслуги ничьей, ни военных, ни нашей с вами. Если бы не было севастопольцев, не было их активной позиции, поверьте, что депутаты городского совета не проголосовали бы ни за какие решения. И вот там бы на сцене, как бы те, кто выступающие, сколько там, 18-20 человек, их бы за ночь всех закрыли. На этом бы закончилась вся как бы, ситуация. И не было бы в Симферополе успеха, если бы не приехали в Севастополь автобусы. Потому что, когда ребята захватили Верховный Совет Крыма и Совмин, они были окружены милицией, а картинки не было. Понимаете, да? И не было крымской весны, и русской весны. Была севастопольская весна. Весь подъем подняли севастопольцы. И вот эти фильмы, которые рождаются, мы в этом виноваты. Потому что мы допустили, чтобы эти фильмы снимались, чтобы искажалась история. И вот если мы на основании документов, чьих-то воспоминаний, это... расскажем и напишем на основании фактов, это ни у кого больше, а еще если снимем документальный фильм, попросим, чтобы это, ни у кого больше в жизни не возникнет желания написать что-то. Да? Здесь есть, ну, как бы, насколько у меня как бы, есть как бы, документы, есть обращение к президенту, которое подписали общественные организации, которое 23 февраля было зачитано. Да? Есть утвержденный председатель Координационного совета Чалый, самый-самый первый состав Координационного совета. Это документы, да, вот есть регламент даже работы, ну, как должен работать Координационный совет. Вот есть от руки те подразделения, куда на какие объекты они выделяли каждый день людей для блокировки объектов, да. Вот есть заявление от Синявского, которое просит форму и все остальное на его подразделение. Вот есть от русского блока те заявки. Виктор Петрович, там регламент, знаете? Ну, да, есть уникально, да, у нас сегодня участники, для того, чтобы мы поняли, реально не создавали герои, вот у нас есть как бы такой депутат городского совета по смене, да, вот его как бы уникальное заявление, где афганцы проводили опрос о недоверии Чала. Понимаете, да? На таких документах надо строить, это. Вот смотрите, ситуация, люди объезжали блокпосты и делали доклады, что происходит на блокпосту. Сколько людей, сколько оружия, сколько топлива, чего надо на этих блокпостах. Я думаю, что такие документы есть у многих. Вот есть меморандум, который 16 марта, тому 16 марта, Синявский и часть общественных организаций подписали в поддержку присоединения к Российской Федерации. Вот есть как бы наше обращение после того, как события уже прошли, референдум прошел. И мы понимали, что на Юго-Востоке ситуация как бы сложная. Со сцены было обращение, опять же, подписано общественными организациями о помощи Юго-Востоку. Вот. Ну и, конечно, вот эти, наверное, самые главные документы, для того, чтобы... И мне, конечно, приятно, что приглашенных там 60 человек. Но тогда за столом сидело 20 человек. Это как бы люди, которые действительно участвовали в процессе с активной жизненной позицией. Поэтому, ну, я, может, кого-то упустили. Самое главное наша задача – ни одного человека из этой ситуации не упустить, чтобы мы не разделили на свой-чужой. Тогда мы напишем настоящую историю.
Мы с вами вылили на друг друга сколько грязи? Но мы вылили не на друг друга, мы вылили на русскую весну. Да? Мы вылили как бы грязи, что кто-то съел пайки, что кто-то там куда-то что-то украл. Что, то есть как бы мы друг друга сделали ворами, какими-то непорядочными людьми, и этим мы зачеркиваем достижения русской весны. Поэтому у меня просьба, в первую очередь, средства массовой информации. Очень осторожно, пожалуйста, вот вы все, что было до русской весны и после русской весны, можете печатать, показывать, рассказывать, поливать грязью. Давайте договоримся, что русскую весну мы больше не трогаем. А если и трогаем, пусть, пожалуйста, координационный совет и как бы, ну там, если уж, чтобы мы не поливали грязью, как бы русскую весну. Поэтому, потому что, еще раз, это заслуга всех севастопольцев. Нет, есть люди, которые после работы просто делали бутерброды и ехали на блокпосты, кормили людей. Они тоже заслужили свою задачу. Ну, дайте мне еще минуту, я больше не буду занимать время. И когда, допустим, ну, много что бы людей, и когда люди, допустим, говорят, кто такой Халаевич? Мы его как бы не знаем. Это когда такое говорят, это люди не знают, что происходило в русскую весну. Да? На всякий случай, как бы говорю, это человек, который официально был назначен командующим флотом, руководителем антитеррористической группы. И нас сначала не пустили в дом Москвы размещаться, поэтому мы впервые размещались на Гауптвахте Черноморского флота. Об этих историях должны знать люди. И после этого мы, еще раз говорю, никаким заезжим политтехнологам, никаким фантастам, еще кому-то не удастся переписать эту историю. Пусть они сами делают свою историю, и поэтому очень просто, как бы, я считаю, историю делать. Я готов, все, что от меня надо, я готов включиться. Всем спасибо. Я как бы не против, чтобы выступали, и хочу, чтобы как можно больше выступило людей. Но мы так будем до утра. Извини. Поэтому я прошу соблюдать, давайте соблюдать регламент. Все готовились к этому, все хотят выступить. И чем короче, ну естественно, конструктива больше. Григорий Григорьевич Донец. Добрый день. Инициативная группа «Республика», Донец Григорий Григорьевич. Спасибо всем за наше участие, за нашу русскую весну. Я благодарен судьбе, что смог прикоснуться к этим историческим событиям. Друзья, для того, чтобы разговаривать о русской весне, сначала надо установить сроки написания этого документа и определить границы, когда она началась, русская весна, и когда она закончилась. Я считаю, что вот это первое, с чего мы должны начать. С какой даты мы начнем писать эту историю, и какая конечная точка, на которой мы закончились, и пошла вторая уже история. Мы в России, у нас есть власть, мы как бы живем по российским законам, слава Богу. Это первое, что я считаю сделать. Вот когда мы это определим, вырисуется промежуток времени, который нам надо будет описывать. Со своей точки зрения, я могу сказать так. Я считаю, что события русской весны, подчеркиваю, не русской весны, необходимо разбить на два этапа. Этап первый – до проведения митинга народной воли включительно. И этап второй – от этого до апреля месяца, когда в должность вступил уже назначенный губернатор города Сергей Иванович Миняев. С этого момента уже пошла вторая история, другая история города. Это уже пошла наша жизнь текущая, которую мы, ну, я предлагаю, не обсуждаем. Вот в таком ракурсе и описывает эту нашу русскую весну. Со своей стороны я могу сказать, что хронологию событий, в которых участвовала инициативная группа «Республика», которая организовывала митинг народной воли 23 февраля, и мне была оказана честь провести голосование за народного мэра и зачитать резолюцию этого митинга. Она в целом описана, и мы готовы представить эти материалы в рабочую группу, которая будет составлена. Не вопрос. Я хочу поддержать только предыдущих выступающих в полном объеме. Давайте мы будем писать хронологию, документальную, без эмоций. Понимаете? Каждый из нас, я полностью поддерживаю, вложил частичку своей души в эти события. Вот эту частичку мы должны и записать. И не более того. Герои, не герои, я не знаю слово герои,
Мы сделали, каждый из нас сделал то, что должен был сделать. И я могу только повторить ваши слова, уважаемого мною Владимира Леонидовича Тюмина. Слава Богу, что я русский. Это хорошие слова. Я горжусь этим, понимаете? Я горжусь, что я был участником этой нашей русской весны. Заканчивая, вношу конкретные предложения. Первое, создать рабочую группу. Второе, рабочая группа должна выявить конкретный промежуток времени, который мы должны описать. Дальше, собрать материалы групп народной самообороны, всех, кто участвовал, проанализировать их, сложить. Получится, ну, как говорят, рыба, да, которую потом начинаем мы выписывать. После этого я вношу предложение, но не настаиваю, чтобы это был наш проект, начать сбор средств для того, чтобы этот проект осуществить, чтобы мы были независимы в издании этой нашей истории, истории русской весны. Я так думаю, что если 23 февраля пришло около 30 тысяч севастопольцев, то средства на это соберем сами, не обращаясь к никому. Кто захочет, он поможет. И это будет правильно, это будет наш еще один вклад в нашу общую победу. Вот такие предложения конкретно я вношу. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Синичкину. Добрый день всем. Я бы, наверное, добавлю к словам выступающих, скажу такие слова. Нужно не путать и местами, и слова, и как бы высказывания. Есть история, а есть мемуары. Так вот, если мы будем историю, значит, она должна опираться на факты, на документы. Вот это будет история. А если мы будем каждый писать воспоминания, кто когда начал, кто за что боролся, куда шел, вот это будут мемуары. Вот по поводу этих мемуаров за эти два года ко мне подходило, я не знаю, какое количество людей, которые бы хотели бы от меня, как от первого лица, возможно, услышать какие-то пояснения той или иной, то, того или иного дня. Я никому не дал никаких пояснений, потому что это будут чьи-то мемуары, это не будут мои воспоминания. Вот если это будет когда-нибудь, сяду за стол, напишу книжку моих воспоминаний, вот это будут мои воспоминания. И ни с кем своих воспоминаний делиться не собираюсь. А история пишется конкретно, на фактах, на документах и подтверждающихся. Вот все, что я хотел сказать. Слово предоставляется Разлякову Леву Юрьевичу. Ему места не хватило. Два вопроса я хотел поднять, предыдущий перед ним. Во-первых, хочу подтвердить, вопрос финансирования очень важный. Вы знаете, кто платит, тот музыку заказывает. Да? До этого у нас несколько было эпизодов, создавались какие-то проекты. И проекты, как правило, по того, кто это дело оплачивал. Поэтому надо это очень тщательно продумать вопрос. Как, где брать деньги? Очень важный вопрос. Второй. Вот я по поводу фильма «Четвертая оборона» хочу сказать, что первое, после событий в июле месяце у меня предоставился случай с Алексеем Михайловичем дважды встретиться и поговорить. И я ему задал вопрос. Алексей Михайлович, скажите, было ли какие-нибудь, вот много говорят, что спецслужбы и все. Он говорит, поверишь, до 23 числа ничего не было, никаких спецслужб, никаких указаний, никакого расшатывания ситуации. Все решала инициативная группа и плюс общественные поддержавшие. Подтверждение этого хочу сказать. Я хорошо знаком с военнослужащими, очень близко. Я задавал вопрос двум замам командующего флота. И даже такой вопрос. Ну люди-то у вас, я видел, появились в казачьей, в других местах там до этого. Да, мы ждали провокаций, мы ждали, что начнутся как вот на, в свое время, в 90-е годы, нападали на маяки и прочее, будут провокации. Было 18 тысяч, мы повысили группировку, завезли войска, из договора не выходили и готовились охранять объекты флота. И 23-го было внезапно, и где-то только, я не знаю, но они путались и точно не говорили даты. Ну, говорит, где-то 27 число определились, 28-го, что надо, поступила задача поддерживать порядок и не допустить кровопролития.
чтобы народ высказал свое мнение. Вот опровержение Трофимов, это вот это было народное движение, воистину. Вот. И были свои лидеры, нет вопросов и прочее. И прозвучало тут по этапам разделения. Да, вот я тоже второй вопрос хотел. Где-то вот проглядывается, Григорий Георгиевич правильно сказал, этап первый, это когда, ну, прямо скажем, поддерживали, вот это вот, готовили эту ситуацию. Это пророссийские партии, пророссийские движения, представители всех, я не буду фамилии называть специально сегодня, вот, которые они несколько радикальные были. В то время по-другому нельзя было, надо было шуметь, кричать, говорить, что вот они мы есть, вот они мы по-русски настроен город и все остальное. Это одно, да, то событие. Второй этап, это очень четко надо выделить подготовку вот этого митинга, проведение митинга. Вот. И его реализация, да, до вступления исполняющего обязанности, начальник, как он назывался, председатель Координационного совета, вступление в должность. Это важный момент, как вот там много было нюансов, правильно говорит Виктор Петрович. Ну и третий вопрос, наверное, тоже выделить до вот, от этого момента, как он вступил в должность, и может быть до референдума. Вот это вот как, ну это я предполагаю, Григорий Григорьевич одно говорит, я другое, но надо четко выделить, чтобы тогда будет хронология, последовательность подготовки, все это выделено очень. Вот. Ну и я поддерживаю мнение, что не надо выделять, надо, должна быть создана группа и собираться в таком формате, в каких-то других форматах, для того, чтобы обсуждать вопросы, думать, как, какие разделы должны быть в книге, как она писалась, книга или какой-то документ будет в другой раз. Потому что споры будут бесконечные, если мы не писали, мы не будем вот это. Заслуги всех признаются, безусловно. Ну и Виктор Петрович хорошую мысль сказал, что да, были у нас люди, которые сейчас появляются и, в общем-то, которые противодействовали, которые пытались арестовывать, но они сейчас вроде как на конце. Я может, можно буквально ремарку? Да, этому тоже надо вопросы, не стесняться. Мы иногда стесняемся, не ходить конфликтовать не хотим. Это очень важно. Без фамилии, без ничего, но совсем только недавно одни из наших участников, которые присутствовали на это, подали от имени самообороны список на награждение губернатору часами. Вот. Так вот, вы будете смеяться, там как бы в этом списке для меня, конечно, был шок, но там был самый большой человек, который противодействовал всей ситуации, Рубанов Федор Федорович. Если у человека хватит смелости, кто писал, я не хочу, ну просто мы договорились, что мы не выливаем больше всего. Но вы понимаете, о чем идет речь, да? В Ютубе есть. Но он был просто у него разорился кладбище. Нет, ребята, давайте мы таким шутить не все. Хорошо, сердце у нас таким шутим. Мы можем шутить о чем угодно. И еще буквально минуту. Знаете, как бы волей судьбы у нас получилось, что как бы те, кто в свое время саботировал русскую весну, они все сегодня в обойме. Мы не будем как бы никого называть. А те, кто тогда по-настоящему был патриотом, и сегодня за бортом. Слава Богу, как бы, так воле судьбы, я не знаю почему, не разговаривал, что Водошенко вошла, это как бы для всех, кто как бы это, то, что Водошенко вошла уже вышла, к сожалению. Но это человек, который не допустил передачу всех хозяйственных дел в Киев, что принесло огромный как бы ущерб городу Севастополю. К сожалению, это человек за бортом. Ну, и такие личные обстоятельства. Я не потому, что она вышла. Я говорю, что она за бортом, потому что ее прокатили с председательством на руководителя этого. Давайте не переходить к дискуссии. Ну, я не знаю. Слово предоставляется Михаилу Михайловичу Чалову. Дорогие товарищи, именно я позволю себе не сказать что-то новое, а попробовать. Сухой остаток из всего перечисленного сказать. Потому что я смотрю, что Виктор Петрович Литвинов начал выползать за повестку активно, рассматривать вопросы, которые вообще не ставились на данном заседании. Вот, в принципе.
Я понимаю, что эмоции там, но время много. Итак, давайте создать рабочую группу. Раз. Рабочая группа будет, первое, работать не на основании неких документов, а в первую очередь на основании документов и, что называется, средств объективного контроля. Видео, фотоматериалов, привязанных к датам, этого очень много. Вот в этом, вот этого добра, кстати, у меня более чем... Обязательно. С рабочей группой все не применишь. Работа для документов, я могу только пачку, как раз 5 тоже, чем у Виктора Петровича притащить. Но, в общем, у нас есть. Да он тоже такие вопросы. Да я тоже. Есть закрытые вопросы, которые не выбрал. Да, но это естественно. Соответственно, первое, создается рабочая группа. Работать на основании материалов и документов. Я повторюсь, для этого нужно гражданское общество, чтобы никто не начал чего-то делать со своими людьми, или группой, или подразделением, или себя, или чего-то. То есть надо в рабочую группу выбрать людей, которые способны именно объективно даже с документами работать. Это тоже важно. Обязательно определить вот эти промежутки времени. У меня, допустим, несколько другое видение, не буду озвучивать, это в рабочей группе я говорил. Вот у меня немножко другое видение промежутков времени и степени детализации событий в этих промежутках, которые надо оговаривать. Но это опять же это мое личное мнение, но не факт, что истина последнего статьи так проговаривает. Сбор средств. Мне представляется, что нужно сбор средств обязательно организовать, но надо продумать, как организовать так, чтобы у нас случайно там спонсором не стал друзья Павел Валентинович Лебедев в нашем проекте. А то же станет завтра. Нет, денег много, но на смысл уже не будет тогда. Вообще никакого ровным счетом, понимаете? Нет, серьезно, и тому подобные благотворительные фонды. Потому что в данном случае надо, чтобы деньги были, безусловно, чистыми. Там, когда мы начали строить, кстати, 35-й модель, Куницын, например, лошадь подъехал, захотел поучаствовать в деньгах. Мой брат его послал. Понятно, да? Он предлагает сделать то же самое. Если кто-то будет подъезжать, есть явно желающий умер. Киев послал. Нет, дальше. Можно пользоваться рамком. Все, вот я сказал, поэтому я предлагаю выбрать такую рабочую группу. Рабочая группа уже в рабочем порядке определится, когда встречаемся, что начинаем делать. В принципе, тут уже вот 4 пункта и все, доклад окончен. Слово предоставляется Кабелову Ивану Николаевичу. На самом деле, вот, честно, поделюсь теми эмоциями, которые у меня сложились за то время русской весны. Иван Николаевич, подожди минуточку. Товарищи, приз, вы мешаете людям смотреть, они не пришли на ваши... Ну, там есть мечта в сторону раздвинуть. Да, работайте. За этой камерой тысячи людей, а здесь всего пять. Конечно, работает. Все слышно, в чем проблема? Все, говори. Вот вспомните то время, наверное, там все были одинаковые эмоции. Мы понимали одну задачу, мы просто делали одно общее дело. Мы все были на одной стороне, и у нас не было никаких недопониманий. Каждый из нас знал, что делать. Каждый делал по мере силы возможностей, и, к сожалению, в последнее время пытаются спекулировать и манипулировать вот этими вот чисто человеческими отношениями. Думаю, что благодаря этому проекту мы сможем один раз и навсегда забыть про, ну, буду говорить шаблонами, грязные инсинуации, потому что тут, я знаю, где было большинство из присутствующих в зале. Наверное, многие знают, где был я и что делал. Сегодня это, ну, как бы, сложно очень говорить. Наверное, даже не буду ни во что вникать. Хочу поддержать предложение Григория Викторовича и немножко обратить внимание на предложение Михаила Михайловича по поводу того, чтобы средства были чистые и понятные. Давайте, может быть, мы сойдемся на том, что да, действительно, этот проект нужен. Да, действительно, каждый должен внести по возможности свой вклад в написание истории. Да, действительно, нужно организовать сбор средств, и он должен быть максимально прозрачным, чистым и обезличенным. Это очень важно, бесспорно. Потому что
мы не должны дать возможности спекулировать на этой теме никому больше, тем более мы видим негативные примеры возможностей спекуляции. Со своей стороны хочу обратить внимание, что, что мы пишем историю русской весны, а не той Украины, которая была. Да, она для всех была разная, она закончила свое существование, там, неважно, это было 22 февраля там, или январь, или декабрь, это кто как считает, это с моей точки зрения неважно. Мы должны признать просто, что партия власти довела народ до того, что народ не стал защищать свою страну, да и бог с ним. Севастопольцы сделали свой выбор, и с этого момента началась русская весна. Вот, в общем, я все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Слово предоставляется Дмитрию Вячеславу. Атаман Казачьего Союза Руси Гербня Вячеслав Борисович. Я, прежде всего, рад видеть друзей, соратников, севастопольцев. Рад еще раз видеть всех. Но меня тревожит сейчас, что русскую весну мы хотим писать с вами с 14 года. Русская весна у нас в Севастополе с 91 года, когда нас сдал Ельцин и когда сюда приехал Козырь и называл нас попами-гаконами, что мы разжигаем войну между Украиной и Россией. Кто сейчас из вас помнит братьев Кругловых? Видите, вот люди, это люди, которые прошли и которые заложили здесь русскость, которые не дали погибнуть этой русскости, которые дали семена посеяли любви к России, к родине, к нашей. А мы с вами будем писать историю с 14 года. Но не срамно это. Мы с вами должны историю русской весны написать с 91 года. И тогда будет видно, кто что стоит. Что стоит Лопыч там, которая заставляла меня убрать русский флаг, когда я его вешал, будучи депутатом горсовета. Повесили флаг Украины и партии регионов, а мы, двое депутатов, повесили российский флаг и русского блока. Они стеснялись русского флага. А сейчас они самые русские у нас. И правильно Литвинов говорит, что мы должны озвучить всех их. И мы не должны допускать их к власти, потому что это люди-предатели, которые в случае чего предадут, они готовы служить любой власти. Спасибо, друзья. Добрый вечер, дорогие друзья. Знаете, я, наверное, не займу очень много времени у вас. Я представляю спецподразделение БЕРБ Севастопольское, да, и ветеранское подразделение, и стоял у истоков этого подразделения. Единственное, о чем я хочу сказать вам, я хочу поблагодарить всех севастопольцев за ту поддержку, за то рвение, с которым они неслись, и в обеспечении ребят, которые находились на севере. Да. Вот и все. Остальное все сказано до меня, и все эти инициативы я поддерживаю двумя руками. Спасибо. Люба. Слово предоставляется Тицкому Антону. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Я рад здесь видеть вас, дорогие друзья. И меня радует, что большинство из вас я даже знаю. Александр Владимирович вот сказал в начале заседания фразу о том, что необходимо отметить всех, и это победа общей севастопольцев, абсолютно с этим согласен. Но не могу не согласиться с Ермаковой, да, и вот с коллегами из русского движения, которые даже вот здесь называют радикальными, там до этого называют нас маргиналами. Мы боролись за русский Севастополь, боремся и будем бороться за него. Надо не забыть тех людей, которые здесь бы буквально вешали на столбах, да, если бы русская весна не началась.
надо не забывать тех, кто вышел первыми и были готовы принимать вопрос и будущего нашего города, и будущего севастопольцев. Поэтому это замечательное начинание, и Синявского он смог пешком способствовать. Спасибо большое. Спасибо. Скоро предоставляет сотрудника в Нине Дмитриевне. Вы знаете, действительно, сегодня все предыдущие высказывающиеся говорили самые верные, самые хорошие, добрые слова. Но сегодняшний проект, мы большое спасибо тем организаторам, кто вот это действительно собрал нас. Почему спасибо большое? Потому что, вы знаете, мы севастопольцы, каждый по-своему очень любит свой город, Белый Севастополь. И каждый по-своему видит себя в русской весне, но на самом первом месте, это правильно. Вы знаете, мы все вам с вами прекрасно понимаем, что вот действительно это самое первое место держат все, даже те пожилые люди и бабушки, которые лежали в постелях, глотали валидоны, валерьянки, но они болели за Севастополь, они ползли вот просто на костылях с палками, ползли на участковые избирательные участки и голосовали на референдуме. Что касается первых, тут я согласна с предыдущим выступающим, действительно, история русского города-героя Севастополя, она никогда не заканчивалась, и она продолжалась после 91 года, когда распался Советский Союз. Ибо все севастопольцы жили, все получали, ну, как говорится, мы не виноваты, что у нас те политики нехорошие, как говорят в фильмах «Редиски», оставили нас в составе Украины. Мы жили как бы в Советском Союзе, единственный город, который был, жив в Советском Союзе, праздновал те советские праздники, вставил пост номер один, для нас было это самое важное. Но вы знаете, когда случились все события, вот я тут Татьяна говорила, спасибо Терни Богу. Да, спасибо Терни Богу, потому что в Ютубе есть его слова, там высказываются, таких придурковатых ненормальных прудей, как в Севастополе пруди. Я говорю, не только, там все говорят такие, когда мы там с ним дрались. Вы знаете, я тут вот, здесь есть ответ вот, от наших силовиков, ППС внутренние войска, когда мы там, мы, вот группа севастопольцев, вы тоже здесь вот говорили, выступающие, выехала, когда вместе, вы знаете, может и поехали, но никто не ожидал, что такое будет и такое возможно. Мне даже страшно, может и стыдно, перед Богом будет, буду просить прощения, признаться, когда я женщина, имею 4 детей, 6 внуков, но поверьте, я дали мне на тот момент в руки автомат. Я стреляла в эти рожи, в которых, вы знаете, свастики, они на лбах рисовали, на щеках, на коленниках, на рукавах. Они приходили и кричали: убивай, 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 это наши враги. Вы знаете, я с удовольствием, не думая о том, вместе с севастопольцами, мы были тоже всегда, как и наши детки, ППС, внутренности, всегда стояли на самых горячих таких передовых точках. И я поражалась группой наших ребят, и те, что приезжали автобусами поддержать эти Майданы, у нас стоп Майдан прошит, не пройдет, вы знаете, настолько проникались этим, мы готовы были все умирать там, но доказать, что мы фашистов не боимся. И на сегодняшний день, когда вот 23-го наши ребят сживали в автобусах, и мы 23-го уже последняя группа собрали, потому что убегали уже от автоматной очереди, потерялись, мы их собрали, вернулись уже последней группой домой. Конечно, мы понимали, что это значит и кто пришел в Украине к власти. И с первых же дней я очень благодарна, действительно, вот этот митинг, когда мы уже обзванивали, когда уже ехали в озеро, митинг, обзванивали, все, буквально все люди друг друга обзванивали, шли бегущие строки, тут сзади за стула кто-то не собрал народ, люди по зову сердца вышли все на площадь. И когда вы знаете... Что там с регламентом? Нормально. Все, я завершаю. Единственное, что было страшно, здесь говорили, что не дай бог, в Севастополе, если их введут войска или чрезвычайное положение, будет кровь. Но я успокоилась в полпервой ночи, когда после митинга, после вечера, мы позвонили Сергею, Алексею Михайловичу Чалову, пришел в горсовет, мы встречались, и он убегал, убегал. Мы встречались где-то до полпервой ночи, когда я увидела на Уральске, подъехали уже с Черноморского флота, мы знали, что невидимая та наша защита сила у нас за спиной стоит и в обиду нас не даст.
Но все вышли. На самом деле, целая папка заслуг много у каждого. Вышли защищать город, привлекать гуманитарную, материальную помощь. Обходили блокпосты. Мы передали Чиновскому флоту, Чиновник тоже информацию. Спасибо Севастополю за русский Севастополь. И вам спасибо за ваш вопрос. Слово предоставляется Светожинову Василию Сергеевичу. Я представляю общественное движение «Защитим Севастополь». Предложений по работе над созданием летописи я поддерживаю, и много толковых предложений было. Значит, я надеюсь, что будет изыскано помещение для работы этой группы, что телевизионные каналы дадут из своих архивов те видеосъемки, на которых все это происходило, и объективная информация будет собрана. Несколько слов о фильме «Четвертая корона». Я, наше движение, я так полагаю, что многие севастопольцы считают, что это есть не что иное, как идеологическая диверсия против севастопольцев, Севастополя и России в целом. И создатели, реализаторы этого фильма должны понести соответствующее наказание. Я так думаю, что первое лицо города, наш губернатор, должен инициировать расследование и выявление тех лиц соответствующим наказанием. Но почему-то он сегодня в вступительном слове об этом ничего не сказал, к сожалению. И еще. Наше движение 23 февраля инициирует выставку фотографий участников русской весны. Мы устанавливаем стенды и приглашаем всех севастопольцев, кто принимал активное участие, приходить с фотографиями, приносить их, делиться впечатлениями и воспоминаниями. Это может быть последующим подспорьем для создания указанной летописи русской весны. Поэтому приглашаю всех присутствующих, соответственно, прийти 23 февраля, принести фотографии, если они у вас имеются, наверное, своими воспоминаниями напомнить остальным, как это происходило. Я думаю, это действие необходимое, и оно потом послужит для работы нашей рабочей группы, которую мы изберем с вами. Ну, в общем-то, и все. Удачи нам всем, удачи той рабочей группе, которая... Спасибо большое. Василий Сергеевич, я вообще-то думал, что вы поделитесь нам идеей своей вот этого ордена общественного признания, но я думаю, этот вопрос будет поднимем отдельно. Спасибо вам большое. С удовольствием. Василий Сергеевич, у нас губернатора нет, я с его отношения. Значит, если мы будем вести расследование по всем гнусным статьям, фильмам и всему, что происходит, вы знаете, я вам приведу массу примеров. Вчера на Фейсбуке, и я примерно знаю, кто это распространяет в Севастополе. Вы знаете о том, что уже фамилии выскочены тех, кто четвертую оборону создал. Но это версия, я понимаю, одних людей. У нас другая версия есть. Мы заткнуть рот всех, наверное, не сможем. Каждый имеет право что-то создать. Если совесть есть, он создаст нормально, как вам видите. Если совесть нет, то будет дерьмо. Это вы говорите просто... Евгений Георгиевич, я прошу прощения. Человек, который про меня конкретно написал статью, что мы штурмовали там 850 с ребятами московских... Да, взяли. Они же все приходят, я просто отвечаю, что могу это... Я вообще могу подтвердить, было что... Было бы неправильно, если бы начинать вести... А что там вступает? Настолько сильно очернил нас всех, севастопольцы, и Россию целую. Я говорю, что это пустяк. Тот комментарий, который ничего с собой не представляет. Но фильм, извините меня, это диверсия, это серьезная акция, и создатели, и реализаторы должны понести наказание. Слово предоставляется Сочневу Игорю. Добрый день. Общественная организация «Волк» противодействует коррупции. Мы не планировали выступать в кризис за парусского права. Мы немножечко заболтались, отвлеклись, но мне так кажется, что поводом для организации подобного мероприятия все-таки так и так и состоялся этот фильм «Четвертая оборона Севастополя», где незаслуженно забыта собственная роль самого населения города-героя.
То, что вы говорите, Евгений Георгиевич, да, вы правы. Если бы в этом плане не участвовали бы те люди, которые имеют должности в правительстве Севастополя, такие как уровень департамента образования по закрытому показу школ. Это тоже было озвучено. И об этом предыдущий человек, видимо, хотел выставить. Я согласен с тобой. Губернатор к этому человеку применил санкции. Евгений Георгиевич, я не об этом. Просто чтобы мы не заболтали саму идею вот именно освещения роли Севастополя, именно жителей Севастополя. Я согласен с той позицией, по которой надо собрать средства. Но опять же, на шаг немножечко возвратясь к фильму «Четвертая оборона», необходимо обязательно вспомнить тех людей, о которых невозможно было говорить ранее, по тем или иным причинам. Ведь все-таки выступая Матвеевич в этом... Матвеевич, да? Он же рассказывает о неких зеленых человечках, да, там, о роли каких-то людей в больших погонах, не называя ни фамилии, кроме единственной фамилии губернатора. Да? Может, все-таки спросить у подобных людей, как Илья Николаевич, у них разрешение, можно ли о них рассказать. Он знает еще людей, которые могут это же рассказать, что они делали в то время, когда нельзя было о них говорить. Это немаловажно. Второго хотел бы немножко дополнить Олег Юрьевича Разлыкова. Вот мы, Дима на меня смотрит, мы вместе с ним посещали одно мероприятие под руководством нашего любимого президента. Так вот, Олег Юрьевич говорил, что все-таки 28 февраля, 27-го, все-таки тогда был шаг, это не мои слова, не слова Разлыкова. Дима не даст мне соврать, это сказал лично президент. Что его дословные слова, мы сидели и думали, до какой поры пойдет население Севастополя, не повернет ли оно назад. Вот это слова президента. Все, 2 минуты кончили. Вот отсюда вот так мое предложение. Спасибо большое. Слово предоставляется Рухонину Олегу Анатольевичу. Ну, я бы сказал, ну, в свете событий, сбора информации, всего я хотел, чтобы мы все-таки уделили особое место тем ребятам, нашим севастопольцам, которые участвовали в событиях здесь и погибли на Юго-Востоке. И среди такой яркой нашей общественной жизни деятельности, не забываем, что мы здесь остались семьи. И на сегодняшний день даже вопрос закладки камня погибшим там ребятам не решен. Тут афганцы у нас убирались очень долго, чтобы у них они посчитали, что это особое, что-то, что там в сквере ставить нельзя. И всех будущих заксобрания здесь, правительство особое вот этому моменту уделить внимание. Потому что на сегодняшний день хотим или не хотим. Ребята наши, которые были здесь с нами, в самообороне, поехали туда, погибли, стали семьи, дети. И все забыли, кто что. Даже нигде нет места, где фотографии висят с именами совсем. Вот по поводу книги, если вы зачтете, нужно там где-то помещение, есть помещение ассоциации самообороны. Если захотите, выделим место, пожалуйста, организовывайте. Все. Форум предоставляется последнее слово. Предоставляется Александру Мешкову, который имеет опыт в этом деле. И поэтому он нам скажет. Крайнее. Да, крайнее. Добрый день. Да, крайне спасибо за то, что со мной возможность. Я представляю проект «Третья волна Севастополя. Народная ведомость». Мы работаем уже в активной фазе более 8 месяцев. И ну, как минимум половина, наверное, из присутствующих в этом зале знает о нашем проекте или уже в нем участвовала, или, да, вот мне кивают, что я предлагал дать интервью, по каким-то причинам отказались, кто-то еще не согласовал интервью, начните интервью опубликовывали. Они сейчас публикуются на новом сайте, новый исторический сайт, который называется «Планета Севастополь». Его адрес сверху http://всеархистори.ру. Я так думаю, что если набрать в поисковике «Третья оборона Севастополя. Народная летопись», то вы выйдете на наши группы в социальных сетях, и там постоянно публикуются тоже вот эти ссылки на эти материалы. Публикуются эти материалы частично в виде дайджестов по выходным на севастопольских рассказах. Уже где-то порядка 15, да, 15, потому что со 2 февраля, и мы в режиме каждый день публикуем интервью, фотографии, видеозаписи.
записи и так далее. Что касается, вот говорилось о видеозаписях, да, которые телекомпании. Мы обратились в свое время к телекомпании, они нам сделали эти видеозаписи. В телекомпаниях есть эти архивы, так что добыть их не так уж сложно. Особенность нашего проекта заключается в том, что мы не принадлежим какому-то партии, группе, блоку, сообществу. В наш проект могут прийти и оставить свое воспоминание абсолютно все, независимо от их политической позиции, даже во время событий русской весны, независимо от того, мы не рассматриваем будущие биографии этих людей, будущие политические взгляды, даже там изменившиеся и так далее. Нас интересует только период третьей волны, которую мы считаем с ноября 2012 года, то есть с Майдана, Майдан, и заканчивая концом марта, ну, может быть, начало апреля, там, принятие устава, вроде, да? Вот до перехода к мирному периоду. Отвечая на вопрос, вы говорили о том, что надо обязательно обозревать период вот этих 23, кто говорит 25 лет. Да, я считаю, что это нужно. Вот наш проект, например, просто не в состоянии справиться с этим, хотя иногда к нам приходит, вот, допустим, та же самая, которая ушла, она поделилась своими воспоминаниями, с документами, документально подтвержденные, все с 89 года. И вот не хочется просто отбрасывать, потому что это не наш формат, мы их тоже опубликуем, эти материалы. Особенность нашего проекта еще заключается в том, что все эти материалы мы передаем в музей и в архив. Причем, подчеркиваю, государственные. Сейчас я знаю, что на основе вот этих историй русской весны получаются некие частные музеи. Но я хотел бы предостеречь, в том числе и из собственного же опыта. Нужны профессионалы музейщики, архивисты, нужны историки в этой рабочей группе в обязательном порядке, раз уж хочется с точки зрения хронологии, да, расставить события. Нужны журналисты, которые могут обрабатывать или делать литературную обработку текста. Потому что какие бы документальные ни были интервью, они должны быть читаемыми, чтобы люди действительно могли читать. И я вот писал в группе, которая была создана накануне круглого стола, все-таки необходимо определиться задачей, которая стоит для рабочей группы. Сегодня как-то определилось, да, что надо создать какую-то хронологию, собрать документы и так далее. А что дальше? Какой продукт будет? Что, книжку издать? Кино снять? Сделать общественную дискуссию, на митинг выйти или еще что-то. Вот с этим надо сейчас, я так думаю, что определиться, может быть, внутри рабочей группы определиться, и потом вынести снова на какой-нибудь круглый стол. Спасибо, я так перебрал документ. Все, спасибо большое. Я думаю, что зачитывать резолюцию не имеет смысла, потому что все мы с ней уже ознакомились. Прочитали возражения к рекомендациям круглого стола, есть какого-то. Значит, я предлагаю на сегодня закончить все обсуждения, значит, выбрать кураторами этого проекта, назначить Махонина Олега Анатольевича, так как он является руководителем общественной организации самообороны. Вот. И можно, если у вас нет возражений, значит, я могу там тоже присутствовать, так как мы это организовывали вместе. Но я думаю, вот у меня тут топором не вырубишь. Поэтому, а дальше на Олег Анатольевич соберет отдельно собрание, на которое пригласят всех желающих участвовать в этом круглом, вот в этой рабочей группе, выработают свои, все, что мы там написали в рекомендации. Казачество возьми. Войдут все туда. Все, кто желает. Независимо, кто. Все, кто хочет, все там будут желать. Только вот. Кто за эти рекомендации прошу голосовать? Спасибо. Круглый стол закончен. Я хочу его закончить словами Льва Николаевича Толстого, которого я люблю всеми силами души, которого снимался на стране.